Здорово, подписчики, гости моего канала. Есть у нас такой в семье телефончик интересный. Ну, как вы видите по видео, это Русь. Что-то похоже, да? Да, это Русь. 28-я версия. Блин, не знаю, для кого создавался этот телефон? Наверное, для спектрумистов. У него есть такая замечательная функция, которую я не нашел ни в одном телефоне больше. Ну, по крайней мере, в ранних моделях. Называется она музыкальная шкатулка. Три. Пять. Зашито в нем 40 мелодий. Вот. Такой телефончик, криво, немножко висит. Я вот так криво повесил. Вот, или что уменьшить громкость. Ну, пойдем дальше. Ну, тут такая попса 90-х. Однозначно. Есть вроде как из некоторых демок композиции. Вот, ну, не привожу. Для кого делали телефон? Я когда его увидел в магазине, у нас был просто кнопочный телефон. Аля, вот такое чудо. Ну, это я недавно нашел. Но похоже же. Где-то у нас там валяется на полке. Простой кнопочный телефон. Еще не. Ну, так, на замену диска мы покупали, который сдох. Тот отслужил где-то примерно года 3. И я вот мать уговорил, как бы купить этот телефон. Ну, очень понравился мне. Идем дальше. Тут это же попкорн. А, мелодии там были разные. Даже розовая пантера, помнится. Здесь я как-то не очень смотрел этот мультик, но запомнилось. Идем дальше. Такая вот композиция. Выходила на берег Катюша, выходила на берег крутой. Такая вот композиция. Вот это я вроде помню из какой-то демки, но не помню из какой, может даже из интро, хер знает. Не спектрумист, не был у меня спектрума. Но интернет помог мне тогда познакомиться с ним. Я раньше, кроме вектора, ничего не знал. Такая вот композиция. Такая вот композиция. Тоже такая вот интересная, которая мне тоже нравится. Одна из любимых на этом телефоне. Тут даже вот видно. Давайте поближе наведем. Три канала. Как и у Huawei. 28-40, по-моему, там были чипы-то. Не помню. А вот в Википедии загуглить. Ну, вот в Википедии читал, или где там. Эмуляция Huawei настоящая. Ну вот, джентльмены удачи. Это Татьяна Буланова. Точно помню, не помню какая песня. Это вообще не помню, что за песня. Ну да, попса тут 80-е, 90-е, ну даже старье еще есть. Деревня дураков. Кто от нее тащился в 90-х, ставим лайк. Как-то не раз товарищи, которые хорошо любил выпить, вот, поставил на телефон. Да, тут такое можно. 15-е. Такая вот еще композиция, это из этого, из
Забыл, как он называется. Диггер. Вроде как. С Диггера. Такая вот еще есть музычка. Такая вот. Замечательная песня. Если можно так назвать. Такая вот. Тоже какая-то попса из 90-х. Не помню, кто пел ее. Такая вот композиция. Вот еще такая. 6 минут уже идет видео. Такая вот композиция. Тоже попса 90-х. Не помню, кто пел ее. Ну, они такие тут коротенькие. Видимо, памяти мало. О, замечательный сосед. Тоже попса 90-х. Тоже попса 90-х. Ну тут такие куплетики в основном запиханы-то. Тетрис. Блин. Ой. Ту кнопочку нажал. Не помню, кто поет, но помню, что такая песня нравилась в детстве. Видно, не судьба, видно, не судьба, не помню. Из кинофильма какого-то. Но тоже интересно. Электроник, что ли? На вроде электроник. Так что не электроника? Да-да-да, прекрасная, далеко. Тоже знакомая попса 90-х. 35-я. Пропускаем сразу. 36-я. Это одна и та же песня. Находил где-то в сборнике спектрумской музыки в 3D-файле. Это одна и та же песня. Что 35, что 36. Ее просто разрезали пополам. Взяли такие два, знаешь, с куплетика. Тоже вроде как попса 90-х. 80-х? Не помню. Та-тан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 . Помню эту песню по жизни 90-х. А эти полоски бегающие, блин, как в музыкальных этих сборниках на спектруме, там также было сделано. Вот это что-то, не знаю, что за композиция. Ну и, ну, 39. Нулевая запускает рандомную композицию. 8 часов ровно. Ха-ха, пока я игрался с музыкальной шкатулкой, он мне выдал вот 8 часов ровно. Опоздал. Глюк такой у него есть. Далее, так... Режим.
9. Холс. Вот лонг хольд. Это выдача в линию. Зажимаю звездочку. Ну, как бы у меня рандомно. То есть, когда ко мне звонят, я говорю, ну, не ко мне, так матери, например, или к отцу. Вообще к бабушке. Я говорю, ага, сейчас позову. Нажимаю кнопочку. Так. Вот, удержание линии. И вешаю трубку. То есть, как бы там уже вот играет любая рандомная композиция. То есть, удобно. Так, режим 3, 9. Это Bell. У меня сейчас все 36. Вот. Ну, можно выбрать там, не помню какая. Так, по-моему, нельзя. А, в общем, что за композиция, я там не помню. Как там играется вообще, или 102. Ну, вот еще дальше идут, они почему-то в книжку не занесены, вот эту музыкальную шкатулку. Тоже такой куплетик небольшой. Ну, это такой луп. Так, 29. А, это ошибка. 103. Тоже не занесена почему-то в музыкальную шкатулку. Ячейка. И дальше. А, это такие короткие лупы, так сказать, которые по кругу гоняются. Далее. Ну, это такие короткие мотивы. По-моему, даже в паспорте не указаны были. Чем-то напоминает Mortal Kombat. Ну, он так вот будет играть. Так, идем дальше. Идем дальше. Ну, я говорю, это такие коротенькие лупы, или как их обозвать? Коротенькие композиции. А, тоже была вроде как уже. Увы, но их этих композиций нету ни в рандоме, ни в музыкальной шкатулке. Где-то тут она была композиция, это сейчас я найду. 120. По-моему, 200. Вот. Начальная заставка, которая срабатывает при нажатии клавиши. Режим 3.5. Славься, Русь, там, как-то так называется. Ну, давайте я выберу какую-нибудь композицию. 0.35. Мне вот это очень нравится. Жалко, ее обрезали. Там тоже одна из моих любимых композиций. Вот, ну ладно. Хватит мучить телефон. В общем, на этом все. Так сказать, это был
необычный телефончик новой модели, который вот сейчас доступны на рынке этих же Россий, имеют уже MIDI-подобный сигнал, и там вроде бы, да, MIDI стоит. И когда мы с мамой искали новый телефон, ну, мы не просто не знали, что поддерживать и поддерживать этот телефон современные евростандарты, евроон. А как оказывается, поддерживает, он проговаривает номера. Вот, ходили по магазинам, но ходили вот типа такого же. Ну и вот не надо было такой телефон. И взяли долбанутый протасоник, который кушает батарейки, их надо раз в полгода менять. Вот. Ну вот такой вот телефончик. Новый имеет MIDI-стандарт. Обидно, что они не обзавелись каким-либо интерфейсом. Это обидно, потому что вот этот вот имеет некое подобие iWay. Новое на слух как MIDI. Так почему бы не сделать подключение к компьютеру и загрузку туда музыкальных композиций? В общем, на это все. Всем удачи, всем пока. Ставьте лайки. Кому не нравится, ставьте дизлайки. Кому достало, отписываемся. Кому понравилось мой канал, подписываемся. В общем, никого не заставляю, так сказать. В общем, всем удачи, всем пока.